Депутаты столицы 5 лет назад одобрили стратегию социально-экономического развития города Якутска до 2032 года. В Якутске состоялись публичные слушания о реализации документа. Стратегию разрабатывает научный коллектив Северо-Восточного федерального университета. По прогнозу, численность населения Якутска к 2032 году достигнет почти 400 тысяч человек. При этом средний возраст горожан составит 32 года. Также разработчикам стратегии удалось практически полностью ликвидировать очереди в детские сады. Реализованы крупные инвестиционные проекты, как то СЭР Кангаласы, круглогодичный тепличный комплекс. Разработчикам необходимо учитывать градообразующие факторы Якутска, отметили участники слушаний. В первую очередь следует правильно прогнозировать прирост населения. На текущий момент в связи с изменением в федеральном республиканском законодательстве стратегия социально-экономического развития требует корректировки. Но более того, конечно, нужно сказать, что и социально-экономическая ситуация в Российской Федерации, она изменилась. Более того, в прошлом году мы приняли бюджет городского округа на плановый период 3 года. Это 17-й, 18-й, 19-й года. И, соответственно, сейчас мы должны провести достаточно большую работу по корректировке муниципальных программ.